Добрый день, друзья, меня зовут Владимир. Как давно вы ищете заработок в интернете? Лично я перелопатил кучу курсов пустышек, пока не нашел тот, что реально дает доход. Порядка 50 тысяч рублей в месяц. Да, это не миллионы, но это реальные деньги. И в этом видео вы узнаете о рабочем методе, который подходит и студентам, и пенсионерам, коим являюсь и я. И чтобы не быть голословным, я сейчас покажу вам свои результаты. Вот скрин моих доходов за последний месяц, за март. Я вывел на свою карту 52 300 рублей. Очень неплохая надбавка к моей пенсии, скажу. Деньги в основном я вывожу на карту. Ну, можно также выводить на электронные кошельки, такие как Киви, Яндекс.Деньги и многие другие. И все это без больших вложений. Я начинал с суммы 700 рублей. И нужно всего лишь один раз настроить систему заработка. При этом уделять работе не более часа, два раза в неделю. И это практически пассивный доход. Просто, надежно и легально. Да, к этому я пришел не сразу. Были долгие поиски надежного способа заработка. Я много терял денег на различных лохотронах. Вкладывал деньги в инвестиционные проекты. Но полгода назад я встретил наконец-то человека. Его зовут Максим. И он мне показал пошагово, подробно, как на самом деле начать зарабатывать в интернете. А теперь я хочу, чтобы как можно больше людей получили эту схему заработка и начали получать достойные деньги. Я уговорил Максима записать пошаговый курс, который мы назвали «Правдивые деньги». Почему правдивые? Да потому что именно этот курс, эта схема заработка и превратили мою мечту в реальность – заработать в интернете деньги. Теперь я с удовольствием передаю слово Максиму. И Максим без утайки покажет вам, как вы будете зарабатывать и сколько реально вы сможете заработать с нуля уже за первую неделю. Досмотрите видео до конца. Приветствую вас на сайте видеокурса. Рад, что вы интересуетесь заработком в интернете и вы хотите узнать, как зарабатывать на партнерских программах. Каждый, начиная зарабатывать на партнерских программах, находит со временем свою схему и начинает успешно зарабатывать. Ну или не находит и бросает этот вид заработка. Я за время работы выработал свою схему успешного партнерского заработка, с которой в этом видеокурсе я вас и познакомлю. Забегая вперед, я хотел бы вам сейчас показать те результаты, которые я получил по прошествии 6 дней после того, как записал курс. То есть в видеокурсе я создавал новый проект, новую воронку сбора и монетизации подписной базы, и по прошествии 6 дней я хочу показать, какие результаты дала эта воронка. Записывая курс, я создавал сайт из двух страниц. Первая страница была лид-магнитом, на которой предлагалось посетителю получить бесплатно запись мастер-класса по управлению личными финансами. Для того, чтобы получить запись, посетителю нужно было только оставить свои контактные данные. Оставленные контактные данные попадали ко мне в базу подписчиков, а посетителю приходило письмо с просьбой подтвердить подписку, а после подтверждения подписки ему открывалась вот такая вот страница, где ему предоставлялась запись того мастер-класса, который он хотел получить, и сразу делалось предложение получить еще бесплатную запись вебинара по управлению личными финансами. Для того, чтобы получить бесплатную запись, посетителю нужно было только кликнуть вот на эту кнопку, которая по сути является моей реферальной ссылкой моей партнерской программы, которую я продвигаю в рамках этого проекта. Переходя по реферальной ссылке, посетитель попадал уже на сайт автора курса, того автора в партнерской программе, которого я заранее зарегистрировался. И чтобы получить эту запись вебинара, посетитель оставлял свои контактные данные на сайте автора курса, попадая в его уже подписную базу. После чего он получал запись вебинара, а автор курса уже начинал работать со своим новым подписчиком, предлагая ему недорогие и свои основные информационные продукты. Вот такую схему воронки сбора и монетизации подписной базы мы собирали в этом видеокурсе. Создав сайт из двух страниц, на первую страницу, то есть лид-магнит, я направлял трафик целевой аудитории. Я показывал, как это сделать без больших финансовых затрат и не имея своей подписной базы. Таким образом, я собрал с нуля свою базу 154 подписчика. Это люди, которые на моем первом лид-магните оставляли свои контактные данные. Затем, подтверждая подписку, они переходили на вторую страницу, где получали уже свою запись мастер-класса. Посмотрев запись мастер-класса, они получали второе предложение – посмотреть бесплатный двухчасовой вебинар по личным финансам. Заинтересованные переходили по моей реферальной ссылке, попадали на сайт автора курса, который я по партнерской программе рекламирую, и регистрировались на нем.
И вот что у меня получилось за 6 дней работы этой воронки. Всего за 6 дней я получил 128 рефералов. То есть по моей партнерской ссылке зарегистрировалось 128 человек. И за 6 дней из этих 128 человек уже 27 человек сделали какие-то заказы. То есть автор курса начинал работать через письма со своими подписчиками, заинтересовывая и рекламируя свои информационные товары. И 27 человек сделали какие-то заказы. Информационных товаров у Максима много, по разной ценовой категории. Есть за 90 рублей, есть недорогие за 1500, есть дорогие по 19, по 90 тысяч рублей. Люди делали какие-то заказы, и 19 из 27 заказанных уже было оплачено. Таким образом, за неделю автор получил 37 850 рублей, комиссионные из которых составили мои комиссионные 9 462 рубля. То есть, по сути, сделав рассылку по чужой базе стороннего автора, я, во-первых, получил в свою базу 154 новых подписчика, 128 рефералов и на комиссионных заработал 9462 рубля. Да, конечно, это не великие деньги, это не золотые горы, но, во-первых, эти деньги заработаны в абсолютно пассивном режиме. То есть я один раз создал воронку сбора и монетизации подписчиков, для этого я создал сайт и настроил в сервисе автоматический сбор своей базы подписчиков. Сделал рассылку по чужой базе. И по сути все. Через неделю у меня уже 9462,5 рубля комиссионных. То есть в пассивном режиме заработанные деньги — это первый момент. Второй момент. Это только начало. Сейчас я могу сделать еще одну рассылку по другой базе другого какого-нибудь автора. Также получить уникальные переходы на свой сайт. Таким образом у меня моя база еще пополнится. Я получу еще новых рефералов и еще будут заработаны определенные комиссионные. То есть второй раз воронку мне делать уже не надо, я ее сделал, она готовая. И таким образом, делая рассылки по чужим базам, я могу зарабатывать на комиссионных. Это второй момент. И третий момент. Со временем, когда у меня соберется вот здесь вот уже нормальная количество подписчиков в моей базе, мне уже не нужно будет заказывать рассылки по чужим авторам. К слову сказать, сделав одну рассылку, я заплатил 560 рублей, чтобы получить 167 уникальных подписчиков на свой сайт. Так вот, имея свою подписную базу, я уже могу не платить деньги, я уже могу делать рассылки по своей базе. То есть я могу найти нового автора с каким-то другим курсом, но, конечно же, на интересующую мою подписчиков тему, а именно на тему финансов, на тему инвестирования, регистрироваться в этих партнерских программах и делать рассылки по своей базе, которую я наберу. И таким образом я буду зарабатывать уже не только с одного автора курса, а имея комиссионные с разных курсов разных авторов. А впоследствии я могу сделать автоворонку, то есть автоматическую цепочку предложений моим подписчикам. Цепочку из нескольких предложений других авторов курсов. И каждый новый подписчик, который будет попадать ко мне в базу, будет получать сначала одно предложение, через некоторое время второе предложение, через некоторое время третье предложение. И эти предложения будут поступать моим подписчикам новым, которые будут поступать в мою базу, автоматически. Это называется автоматическая воронка. И таким образом получается система пассивного дохода. Но опять же, ничто мне не мешает, например, потратить эти деньги на платную рекламу. То есть реклама в поисковых системах, таргетированная реклама в социальных сетях. И вам я тоже рекомендую первые заработанные комиссионные деньги не тратить, а вкладывать их обратно в развитие ваших воронок. Таким образом, первые деньги вы заработаете уже за неделю, но на более-менее ощутимый доход, например, от 45 тысяч, выйдете уже через месяц. Это вот коротко забегая вперед, тот результат, который я получил, реализовывая новый проект, новую воронку сбора и монетизации подписчиков за 6 дней. Как я уже сказал, схема не является секретной. Я бы даже сказал, что в основе она не новая, но я ее усовершенствовал, и она имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, система позволяет набрать свою базу подписчиков, которую впоследствии вы можете успешно монетизировать. А автоматизация процесса монетизации, по сути, является источником пассивного заработка. Во-вторых, мой метод за счет двухэтапного касания позволяет сразу монетизировать подписчика уже на этапе сбора базы. Но основное преимущество моего способа заработка в том, что за один цикл схемы вы сразу убиваете трех зайцев.
Во-первых, получаете подписчика в свою базу, во-вторых, сразу его монетизируете, и в-третьих, получаете нового реферала в своей партнерской программе. Но главная ценность видеокурса не столько в предлагаемой мной схеме заработка на партнерских программах, сколько в пошаговой ее реализации. В видеоуроках курса я шаг за шагом проведу у вас по всем этапам реализации схемы. Я подробно рассказываю о теоретических моментах и показываю все технические стороны реализации схемы. Обучение проходит по принципу «посмотрел, повторил, получил результат». В курсе я создаю свой очередной проект. И на живом примере я пошагово показываю, как собирается система. Сразу хочу вас предупредить, если вы не планируете потратить немного своего времени на обучение и на определенную работу, чтобы собрать свою систему, этот курс не для вас. Ну, просто есть определенный контингент людей, которые ищут способы нажать 2-3 кнопки или зарегистрироваться в каком-нибудь сайте и потом сразу заработать кучу денег. Если вы из этой категории, то курс не для вас. Здесь вначале придется поучиться и поработать. Сразу много денег вы здесь также не ждите. Хоть финансовый результат вы начнете получать уже с первых подписчиков, но на уровень, например, от 45 тысяч рублей вы выйдете только в течение первого месяца. Это я вам говорю как практикующий заработок на партнерских программах. Хотя у кого-то может получиться и быстрее. Все зависит от вашей активности и продуктивности. А кто-то может и ничего не заработать. То есть, если вы купите курс, посмотрите его, но ничего не сделаете, то результаты, естественно, вы не получите. Или, например, начнете что-то делать, но при первых сложностях все забросите, писать вы мне вопросы не будете, у вас также результата никакого не будет. Сама по себе покупка курса не принесет вам денег. Как я уже сказал, все зависит от ваших действий и вашей продуктивности. Но если есть желание научиться зарабатывать на партнерских программах, то смело приобретайте курс, зарабатывать я вас научу. Итак, если вы настроены серьезно на обучение и на результат, то смотрите внимательно дальше это видео. Сейчас я вам расскажу о трех вариантах старта, которые мы для вас подготовили. Первый вариант мы назвали «Я сам». Включает в себя 6 обучающих видеоуроков, по которым любой новичок сможет настроить свой собственный бизнес на партнерках. Также в этот вариант входит бонусный курс «Трафик из соцсети ВК». Этот курс поможет вам расширить ваш бизнес и заработать еще больше. Бонусный курс, хотя и не обязателен к внедрению, но он вам даст больше преимуществ. Этот вариант без поддержки автора, поэтому он подойдет тем, кто уверенно себя чувствует за компьютером и сможет все настроить самостоятельно. Второй вариант мы назвали «Мы вместе». Включает те же 6 видеоуроков «Правдивые деньги». Также в этот курс входят 3 бонуса. Это курс по трафику ВК, курс по настройке Яндекс.Директ и курс по трафику из Инстаграм. Эти бонусы позволят вам несколько раз увеличить поток продаж. Также в этот вариант включена личная помощь автора курса. Этот вариант подойдет тем, кто сомневается, что у него получится самостоятельно настроить бизнес, тем, кому нужна рука помощи, то результаты. И если вы в этом узнаете себя, то этот курс для вас. И третий вариант. Мы его назвали «Вы мне». Этот вариант включает в себя полный курс «Правдивые деньги» и все бонусы и поддержку автора. Но самое главное, выбирая этот вариант, вы получите настройку бизнеса под ключ. Что это значит? Это значит, мы сами выберем партнерку, которая приносит хороший доход. Мы создадим для вас подписные страницы. Настроим рассылку и сбор базы. Настроим рекламу для вашего бизнеса. Выделим рекламный бюджет в 3000 рублей. Выбирая этот вариант, вы получаете все готовое. Готовый настроить бизнес. Вам достаточно будет уделять 1-2 часа в неделю, чтобы ваш бизнес развивался. Если скорость получения дохода и время для вас важны, тогда этот вариант «Вы мне» для вас. А теперь я расскажу, сколько стоит каждый из этих вариантов. Я думаю, вы догадываетесь, что рабочая методика, которая дает от 45 тысяч рублей дохода ежемесячно, не может стоить пары рублей. На самом деле ценность этого материала составляет 1990 рублей. Это за первый вариант. Второй вариант обойдется в 4900 рублей. А услуга настройки бизнеса под ключ сегодня на рынке стоит от 100 тысяч рублей. Но мы понимаем, что этот курс мы делаем для новичков. Для новичка это очень большие суммы. Поэтому делаем максимальные скидки. И методика. Курс «Правдивые деньги» для вас будут стоить так. Пакет номер 1 «Я сам» 890 рублей. Пакет номер 2 «Мы вместе» 1490 рублей. И пакет «Вы мне» обойдется в 24 900 рублей вместо 100 000 рублей. Но эти цены будут постепенно увеличиваться,
Поэтому, чем раньше вы примете решение начать обучаться и зарабатывать, тем выгоднее для вас будет цена. Следите за таймером. Под этим видео появилась кнопка, кликайте по ней и переходите к выбору нужного вам варианта. На странице с вариантами вы увидите актуальные цены. Возможно, они уже увеличились, повысились. Поэтому не мешкайте. Кто умеет быстро принимать решения, тот побеждает. А мы, в свою очередь, можем дать вам следующие гарантии. Ну, во-первых, это гарантия качества курса. Все уроки записаны в высоком качестве и очень подробно, чтобы разобрался любой пенсионер, любая мамочка в декрете, любой новичок. Мы гарантируем, что вы получите курс сразу после оплаты. То есть сразу после оплаты на ваш электронный ящик придет ссылка с доступом к курсу и бонусам. Также мы гарантируем техническую поддержку. Но это касается вариантов «Мы вместе» и «Вы мне». Личная поддержка от автора курса. И кроме всего этого мы гарантируем результат. Если вы выполнили все уроки, сделали все, как показывает автор, и вдруг не получили результат, то мы гарантируем возврат всех вами затраченных средств. Вот такие гарантии мы даем, потому что полностью уверены в качестве и работоспособности этой методики. Методика проверена лично мной, а также еще некоторыми учениками. Вот посмотрите, какие результаты получили новички, которым мы дали этот курс для тестирования. Елена, 33 года, мама трех детей, сейчас находится в декрете. За 10 дней после запуска бизнеса по курсу «Правдивые деньги» она заработала 9650 рублей. Другой ученик Алексей, ему 59. Алексей живет и работает на Украине. И в свободное время он настроил бизнес на партнерках благодаря курсу «Правдивые деньги». За 2 недели он заработал 17 800 рублей. Да, это небольшие деньги. Но это реальные деньги, которые доступны для новичка, у которого нет специальных знаний программирования, нет опыта в бизнесе, нет больших вложений. Да, кстати, о вложениях. Нужны ли они? Я буду честен с вами. Да, конечно, нужны. Но самые минимальные. Курс построен таким образом, что начать можно, даже имея 700 рублей. Именно такая сумма лично мне потребовалась в начале, чтобы запустить свой бизнес на партнерках и начать получать первые деньги. Итак, кто готов вложить 700 рублей и уже через несколько дней получать доход с партнера, а через месяц иметь стабильный источник дохода от 45 тысяч рублей в месяц? Подумайте, что вы сделаете с этими деньгами. Может, вы погасите кредиты, купите билеты к морю, или, может быть, купите детям новый компьютер. Куда бы вы потратили эти деньги? Лично я в первых своих заработков купил внучке новый планшет, она давно мечтала. И как приятно смотреть в счастливые детские глаза. Что ж, друзья, если вы хотите получать 45 тысяч рублей уже через месяц, то начинать надо уже сейчас. Нажимайте кнопку под этим видео. Берите нужный вам вариант. Оплачивайте курс, обучайтесь и начинайте зарабатывать. Курс «Правдивые деньги» помог мне, помог другим людям. И я уверен, поможет и вам начать бизнес в интернете. И уже через пару дней вы в этом убедитесь. До встречи на обучении. С вами были Владимир и Максим, автор курса «Правдивые деньги».